Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Я постоянно общаюсь с разработчиками, собираю от вас самые популярные вопросы, ну и, соответственно, со временем получаю ответы на данные вопросы непосредственно от официальных лиц Wargaming. Поэтому, если вас что-то интересует, пишите вопросы в комментариях. Я эти комментарии читаю всегда и полностью все, ну и, соответственно, отбираю самые популярные. И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о трех вопросах, которые в последнее время беспокоит больше всего игроков. Ну и, соответственно, с этими вопросами я обратился к Артуру NoName, который, спасибо ему большое, предоставил абсолютно полностью раскрытые ответы. Первый вопрос, который многих интересует, это почему полностью картонная бабаха и БЦ-25Т продолжают немыслимо часто танковать снаряды от таких орудий, как у Яги или у Е-100 и других крупнокалиберных орудий. Будет ли это поддаваться какому-нибудь исправлению и будут ли эти машины все-таки реально картонными? На что Артур ответил: потому что таков рандом. Нужно смотреть ситуацию конкретно. Чаще всего в момент попадания снаряда по картонному танку в зоне соприкосновения с броней был дикий угол, следственно рикошет. Править тут нечего. Вторым вопросом, который всех интересует, это вопрос, который беспокоит в первую очередь фанатов такого танка, как ИС-4. Безумно легендарная машина в нашей игре, которая поддалась сравнительно недавно существенному нерву, после чего стало играться гораздо хуже. Именно с вопросом о возможности возвращения ИСУ-4 его былой славы я обратился к Артуру, на что он ответил: точно да. И сразу обозначил, что будет это в конце сентября. Так что любители ИСА-4 или те, кто прокачивали ветку, но до десятки так и не дошли и остановились из-за того, что машину понерфили, будьте готовы к тому, что ИС-4 заиграет не то чтобы новыми красками, но по крайней мере вернется к предыдущим краскам, которыми играл до момента нерфа данной машины. Ну и самый популярный вопрос, который задавали в комментариях у меня на канале, с которыми обратился к Артуру, был вопрос, а ждать ли нам в ближайшее время события с экспо-контейнерами. Короткий утвердительный ответ от Артура прилетел, ну я бы сказал, молниеносно. Скорее да. Итак, ребят, я думаю, что экспо-контейнеры все-таки будут. И, скорее всего, экспо-контейнеры, поскольку скорее да, будут, скорее всего, приблизительно к концу сентября. Ну, а если раньше, то только большая благодарность. Спасибо большое Артуру NoName за предоставленные ответы. Ну, а от вас жду все новые и новые вопросы под видео. И, как я уже говорил, подписывайтесь на канал для того, чтобы быть в курсе всего, что в игре происходит. Стараюсь специально для вас и пытаюсь быть максимально полезным. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.